Обзор дозиметра Master 1, значит, номер прибора у нас 8618. Вот такое вот внешнее состояние. Задняя часть в идеале, все новенькое. Переднюю часть покажу. Также очень хорошее состояние, корпус. Все вроде бы как новый, но на экране есть вот такие вот царапинки. Не влияет на работу. Но если вот так вот смотреть, то они есть. Вот. Ну, все прозрачно, все хорошо видно. Вот еще раз покажу. Так, плата. Дозиметр рабочий, все покрыто лаком. Вот номер платы. Все по ГОСТу Беларуси. Дорогие компоненты здесь с драгоценными металлами. По паспорту 6 драгоценных металлов. Вот. Все в идеале по ГОСТу Беларуси. Нажимаем кнопку пуск. ЖК-экран в идеальном состоянии. Пошли импульсы. Есть. Все на щупах. Датчик. Возьмем 21. Все отлично работает. Полностью рабочий дозиметр. Все супер. Все, спасибо за просмотр. Все, обзор провели. Все, спасибо, пока.